Привет, меня зовут Диана. Я недавно попробовала пробнички Тана с цитралией и взяла себе большую маску. Сейчас я вам покажу, как ее нужно использовать. Насыпаем немножко в мисочку и заливаем водой. Так, чтобы получилась такая каша. И после этого мешаем. Запах смеси напоминает хвойные леса. В составе овсяная мука, цитралия, крапива и лаванда. Смесь получилась вот такой жиденькой, зелененькой, цвет прикольный, мой любимый цвет. Сейчас я ее буду наносить. Так. Мягкий скрабирующий эффект можно пользоваться для очищения после макияжа, либо просто использовать как маску 2 раза в неделю. Также можно использовать маску для массажа лица. Держать ее по 15 минут и массажировать, релаксировать.